тише, тише, хорошо. Молодая мама Виктория Уткина родила недавно девочку Киру. Малышка здоровенькая и активная. Уже завтра она в первый раз увидит своего старшего брата. Всего за 7 месяцев текущего года на свет появилось 1777 деток, что на 74 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле 2014 на свет появился 281 ребенок. В текущем году это число больше – 312. Число двоен, наоборот, уменьшилось. И за 2015 их еще только 18. То, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению рождаемости, заставляет сделать определенные выводы. Наши женщины все чаще рожают второго и третьего ребенка. Женщина хочет, чтобы быть более счастливой, более, даже сказать, самоуверенной для того, чтобы у нее были детки. Это самое дорогое в жизни у женщины и в семье. И, наверное, женщина, которая хочет стать мамой, чувствует за спиной хороший тыл, хорошего мужа, хорошую семью, стабильность в семье, наверное, материальное благополучие. Ольга Саич, заведующая родовым отделением, ежедневно дарит счастье молодым родителям. Точнее, помогает появиться этому счастью на свет. И, как утверждает врач, для радости материнства нужно немного. Будущим мамам желает позитивного настроения. Чтобы они шли, переходили к нам с удовольствием, с позитивным настроением, чтобы их семья поддерживала, чтобы мужья их поддерживали, слушали обязательно докторов и выполняли все наши требования. Приходите к нам, мы вас ждем.